Привет! На улице весна полным ходом. Я иду в спортзал. Первый день сегодня. Сделала такой спортивный макияж по-быстренькому. Вот, очень как-то нервничаю почему-то. Не знаю почему, у меня уже ноги болят. Я еще в спортзал не ходила уже. Ноги отказывают, попа болит, все болит. Я купила абонемент всего лишь до 5 часов вечера. Я думаю, успею, потом на почту схожу. Мне приехали посылки с Алиэкспресс. Вот. Так что пойдем вместе в спортзал. Я уже позанималась. Вот. Новые лосины надела. Мне не очень в них комфортно, потому что я такую в обтяжку редко когда ношу. Вот. Короче, я вам попозже расскажу, как я занималась, что я именно делала. Первый день сложно очень. Придется идти через этот переход длинный, потому что я боюсь через наземный переходить по дороге, что как меня сбили. Вот, страшно. Очень страшно. У меня ноги отказываются идти. Они думают, блин, зачем я сейчас буду идти на почту? На почту далеко идти не надо. Привет, весна. Привет, красавица. Я уже дома, я такая лохматая, наконец-то дошла, еле-еле дошла. Я сходила в магазин и накупила покушать. Так как я на диете, я купила себе пожрать, ну, как обычно это бывает. Только купила уже, знаете, более-менее что-то такое нормальное, диетическое и полезное. Также, конечно, я успела сходить на почту, забрала две посылочки. Я вам сейчас покажу, что пришло. Вот. И я не знаю, хотела вам показать, что я с собой беру в спортзал. Интересно вам? Может сделать отдельное видео, я не знаю. Короче, я подумаю. Итак, первым делом я купила два хека. По-моему, это хек. Надеюсь, это хек. Два хека. Ой, он так воняет. Фу. Пусть размораживается. И я, наверное, его пожарю, скорее всего. Я думала в духовке это все сделать, но, скорее всего, буду жарить на сковородке. Ну, не так сильно, чтобы прям до угля. Я же типа на диете, точнее, на правильном питании. Вот. Купила кефир. Я его, честно, никогда не пью. Просто решила как-то почистить свой желудок. Я не знаю. Короче, купила я кефир. Я больше люблю, конечно, ряженку. Но мне кажется, ряженка это чересчур будет жирно для меня. Вот. Вместо хлеба. Так как сегодня понедельник, я решила хлеб с понедельника пока что неделю, можно так сказать, продержаться и не кушать. Я купила вот такой вот пенопласт. Это хлебцы. Потом я купила... Я очень не люблю это покупать. Я всегда покупаю и беру это на развес. Но в этот раз я купила вот такой набор. Сате. Сумишь овочево швидко заморожено. Тут баклажаны, морковка, томаты, кабачки, перец сладкий и лук. Попробуем, я не знаю. Я надеюсь, что будет так же внутри, как и на картинке. Но я зачастую всегда беру на развес. Отдельно я люблю вот кукурузку, горошек. Беру больше того, что я больше люблю. То есть, когда обычно покупаешь что-то такое вот в упаковке, и там ингредиент, который ты очень сильно любишь, его там, как всегда, мало. Так что я всегда люблю брать это на развес. Купила Еве корм, вот такие две пачечки. Так, купила дядьку. Дядька называется, вот я забыла, как его зовут, Эктор. Попробую, какая приправа, мне очень любопытно, потому что он такой, типа, крутой, да, по кухне. Я думаю, что приправа должна быть хорошая. Если нет, то я, в принципе, не разбиралась в них, но если она такая же по вкусу, как и у меня есть за 3 рубля приправа, тоже для картошки и для овощей, тогда я пойму, что мне лучше покупать. Кстати, вот с этим рюкзаком я ходила в спортзал. Вот. И две посылки пришло. Сейчас я вам покажу, что ко мне приехало. Итак, я уже высыпала вот это вот сате. И вы посмотрите разницу. Какая это нарезка на картинке и какая она на самом деле. Сколько льда, девочки, ну это жесть. Вот почему я люблю брать на развес. По крайней мере, я вижу, что там нет столько льда, это раз. А во-вторых, ну реально, допустим, если я не люблю морковку, не так сильно люблю, как баклажан,
Можно просто взять баклажан отдельно на развес. Но я взяла, потому что я покупала ВТБ, а ВТБ на развес таких овощей, к сожалению, нет. У меня нос чешется, только что чихнула. И я, наверное, скорее всего, добавлю еще картошку, порежу сейчас. У меня там есть картошка. В принципе, больше ничего добавлять не буду. Картошку только и все. Морковки тут полно, так что, думаю, не нужно. Кстати, приправа вроде бы неплохая. Крупная такая, травки видно, все хорошо. Вот, пахнет очень приятно. Сейчас я прочитаю, что здесь есть. Читать долго, так что поставьте на паузу, кому интересно, и посмотрите, что здесь есть. В принципе, даже кунжут есть, семена горчицы. Прикольно. Вот первый раз в спортзал сходила, и у меня уже все отлично. Ева, слезь со стола. Ты что? Ева, нельзя. Евочка, нельзя, слезь давай. Она в последнее время вообще обнаглела. Начала лазить по столам и сидеть на них. Давайте первым делом я покажу, что здесь у нас. А здесь у нас... Ух ты, подарочки есть, круто. Так, это у нас такая вот закладка. Это с Алиэкспресса заказывала. Здесь у нас наклейки вот такие. Прикольно. И бумага. Я заказала бумагу, специально свой блокнот, тот красивый, большой, в точечку. Но у меня есть уже другой блокнот в точечку, так что я пока ее использовать не буду, но спасибо большое все равно. Бумага стоила 110 гривен, у нас в магазинах ее можно найти за 120 гривен. Итак, следующее, что у нас здесь есть, сейчас я отрежу. Сама не знаю, по-моему, цветочки, вау. Да, цветочки. Ух ты, какие они красивые. Это вот такие цветы. Да, фотографии в Инстаграм. И они сыпятся. Осыпается что-то беленькое. Это типа лаванды, я не знаю, наверное. Что-то приближенное. Ну, неплохо. Мне нравится. Конечно, они так воняют, девочки. Это просто жесть. Привет, сейчас следующий день. Фух, сегодня у нас такая какая-то погода непонятная. У нас буквально за пару часов весь снег растаял. Был дождь с утра, ливень просто. Вот, и сейчас тучки такие дождевые. Даже вчера мы молнию заметили с мужем. Короче, погода очень радует, уже приближается к весне все. Я, конечно, не знаю, возможно, еще в марте снегопады будут, как у нас уже были. Такие снегопады, кто помнит. Вот, ну, снегу я тоже рада. Сегодня у меня следующий день после тренажерного зала, спортзала, и могу сказать, что у меня все болит. У меня болят очень сильно ноги, попа, пресс. Вот, но я буду ходить через день, чтобы мне не надоело и, ну, чтобы немножко тело отдыхало. Потому что я помню, когда я ходила каждый день. Возможно, чуть попозже буду ходить каждый день, но пока что начинать буду через день. Я так по удобству их выбрал. Из дешевых. Юрка был в Ашане, взял мышки на проводик, потому что у нас... Батарейки задумали. Да, батарейки очень быстро садятся, беспроводные мышки. Они, конечно, удобные, но, блин, надоели. Я на диете, он сосисок накупил. Ладно, будем кушать. Вот, я, наверное, красненькую возьму. Красненькую. Красивая такая красная. А пончики? Юр, ну пончики, ну спасибо большое, но я, конечно, на диете. Ну как на диете, на ПП, я такого вряд ли. Один же пончик не повредит. Хватит, я две штучки съем. Вот. Ну, это с вишней? А, с сгущенкой. Нямсик. Как раз тот случай, когда у меня насобиралось очень много косметики, просто полно. Девочки, я буду в Инстаграме проводить конкурс, будет несколько конкурсов, весной тоже будут конкурсы, так что подписывайтесь, ссылочку я оставлю в инфобоксе. Переходите, обязательно подписывайтесь. И вот здесь оставлю, как я называюсь, если вдруг леньки перейти в инфобокс. Вот, участвуйте и выигрывайте. Мы только что имели неосторожность выйти на улицу, в магазин. Я на почту сходила новую. Мне приехала еще одна коробочка. Короче, девочки,
Сегодня, вот сейчас, на улицу лучше вообще не выходить. На улице такой ветер, плюс дождь, это все сдувает. Купили имбирь, маленький кусочек, потому что у нас обычно сохнет и пропадает. Короче, купили маленький кусочек для чая, чтобы пить. Я накупила замороженных овощей, опять то, что я вам рассказывала, на развес люблю брать. Их больше получается, и ну, выбираешь себе, какие ты хочешь, и без льда, как в тот раз, то, что я вам показывала. И, наконец-то, я себе купила попробовать облепиху. Вот, сделаю чай себе. Сейчас я открою, попробую, какая она на вкус. Она перетертая сахаром. Сахар это, конечно, плохо, но я думаю, чаек будет вкусный. Кто делал чай с такой облепихи покупной? Напишите, пожалуйста, или как вы вообще готовите облепиховый чай, если вы его делаете. Мне очень любопытно почитать будет. Я открыла пленку верхнюю. Тут еще одна пленка. Или она расслабилась, я не знаю. Сейчас попробую, скажу вам, как она на вкус. Самое интересное то, что у нас облепиха растет под домом, мы покупаем покупную. Кстати, вот эта вот баночка нам обошлась 31 гривну. Сейчас я попробую. Как это вкусно и кисло. Я сейчас попробую сделать чай вот с этой облепихи. Вот, и пойду снимать видео для вас, девочки. Все, я буду с вами прощаться, то влог очень длинный, наверное, получился. Всех крепко обнимаю, целую. До скорых встреч. Кстати, скоро будет у меня новая камера. Влоги будут намного ярче. Всем пока!